Всем привет, с вами Крон, и сейчас расскажу о таком экшончике, как City Battle. Ссылочку на страничку в Steam я кину внизу в описании, ну а сейчас поговорим о том, что в этой игре имеется. Сбой системы. Еще не все потеряно. Есть 4 класса, по 4 набора снаряги у каждого. А помимо исчезающего фантома со снайперской винтовкой и обычным автоматом, есть тяжелый во всех смыслах страж с мощным вооружением и хорошей броней, мобильный штурмовик, осыпающий поле боя градом снарядов и умеющий летать, и регулярно спасающий команду техник, атаки которого как лечат своих, так и наносят урон врагам, пусть не такой сильный, как остальные классы. Например, у техника есть на выбор две пушки. Молот может лечить своих и также одновременно наносить урон врагам. Рассмотрим дальше все остальное оружие, вообще виды модификации роботов на примере, ну, для начала техника. Первая пушка Роек, видите, самонаводящаяся, может попадать в врагов, даже если вы стреляете не в них самих. При этом по союзникам наносится не урон, а наоборот лечение. Дальше есть возможные стили окраски, как я так понимаю, потом будут различные стили или задонатик. Есть чипы, которые модифицируют целиком робота, и есть способности, которые также можно модифицировать, причем при этом существенно изменяя их. То есть одна модификация может сделать робота более, допустим, позволить ему чаще использовать какую-то способность, другая модификация, наоборот, усилить ее, либо как-нибудь изменить. Посмотрим, какие есть умения у стража. Оружие также два, шквала Инферно, ну шквалку, вы понимаете, у нас многоствольная пушка. Инферно — это пушка, позволяющая либо наносить мощный одиночный урон, либо жарить огнем. Ну а шквал — стандартный многоствольный пулемет, тут собственно ничего не сказать. Из скиллов у него таран, позволяющий прорываться вперед, щит, позволяющий принимать часть урона. Второй шанс, который позволяет не умереть, получив кучу урона, а наоборот отхилиться и пойти в бой. Ну и такая обилка, как ударная волна. Кстати, второй шанс — довольно-таки прикольная тема. Я уже немножко поиграл, уже немножко знаю, о чем речь. А вот ударную волну я так ни разу и не использовал. А имеются рейтинги игроков, имеются определенные рейтинги республик. Все-таки у нас City Battle. Фишка в том этой игры, что вы можете выбирать город, выбирать так называемую республику и уже воевать за эту республику. Выглядит все это дело примерно так. Карта мира. На карте мира есть такая виртуальная земля и есть различные республики. Не знаю, экстремизм ли это по российскому законодательству. Но можно, допустим, выбрать какую-нибудь интересную республику в России. Как видите, они довольно-таки интересные, забавные. Причем некоторые города дополнительно делятся на части. Ну, я выбрал Северо-Запад сначала. Точнее, даже выбрал Петербургскую республику, Ингерманландию, все такое. Несколько режимов боя сейчас доступен. На ЗБТ был исключительно рейтинговые бои. Ну и давайте посмотрим уже сам бой. Как я уже говорил, донатик в этой игре будет весьма ограниченный, то есть донат будет только на, ну, по крайней мере, как обещают разработчики, на различные внешние улучшения, на различные какие-то изменения внешнего вида роботов. Чего точно не будет, опять же, по обещаниям разработчиков, это лутбоксов, то есть за донат будут исключительно, ну, прям аккаунт, чтобы быстрее качаться, причем качаются одновременно все классы, то есть можно бегать, допустим, штурмовиком и открывать уровень на всех классах и потом прокачать себе техника, если вам очень тяжело играть в начальном варианте. Ну и собственно все. Ну и внешние всякие разные расцветки, какие-то, может быть, украшения, что-нибудь такое. Вот, дальше по скиллам. Скиллы весьма-весьма четко позволяют сработать, допустим, как сейчас, то есть я врубил щит, принял на щит урон и тут же поджарил взорвавшегося противника. Командная игра присутствует, потому что, допустим, есть скилл, который позволяет подсветить всех вокруг. У того же самого... Все время забываю, как его зовут. У Фантома. Вот, у Фантома.
То есть он может подсвечивать, он может показывать команде, где кто находится. При этом есть скилл у штурмовика, который позволяет ему взять и притянуть врагов в кучу. Потом, допустим, туда я могу отработать либо таким шариком своим, либо поджарить всех огнеметом, посмотреть, как они разлетаются на куски. Что довольно-таки интересно, довольно-таки полезно. А в этой бою, в этой части боя я почти даже не умирал, но, поверьте, выход очень-очень близко, то есть сзади точки, если вот посмотрите, когда я оборачиваюсь, такие как бы закрытые синим цветом ворота, вот там они как раз таки, эти ворота у нас выход на ваш респ, то есть буквально вы реснулись и тут же точка, которую надо дефить. У врага то же самое, то есть враг ресается, враг появляется, тут же начинается экшон, начинается рубилово. Я решил вначале взять более такого тяжелого робота, пробовать на чем-то тяжелом, потому что легкие роботы, подвижность, скорость требуют, во-первых, знания карты, во-вторых, знания какой-то тактики, ну и в-третьих, знание того, что может враг противопоставить. А тяжелый робот, он не требует, сами понимаете, ничего. То есть вы берете тяжелое железо, ставите щит, заряжаете пушку помощнее и просто вливаете. Не получается влить, убегаете, насколько позволяет тяжелая броня. То есть, как бы, тяжелый робот, он прощает многие-многие разные косячки. Еще мне, кстати, очень в игре понравилась эта озвучка. Она реально забавная. Не знаю, специально ли ее сделали забавной, либо так получилось у девушки, которая озвучивала, но мне озвучка весьма и весьма понравилась. Цель этого рейтингового матча, понимаете, самая простая. Держать точки, загружать некие данные. Как только полоска заполняется, команда выигрывает либо синяя, либо красная. Тут уж как получится. Суперспособности, кстати, не всегда на первом уровне можно нормально применить. Все-таки нужно навык к ним. Поэтому я опять же взял тяжелого робота, у которого суперспособности щит врубаемый и таран, который опять-таки, ну, как вы видели, я не попадаю ему. Ну, тут, естественно, победа. Красоваться можно внешним видом, у меня аж целое третье место, при том, что был первый бой мой в жизни в этой игре, но тяжелые машины решают. Дальше у нас что получается за бой? Во-первых, за бой нам дают звездочки вот такие, не знаю, как они называются, честно, не буду врать. За эти звездочки, которых я сейчас получил две, плюс там еще будет одна, можно улучшать свои скиллы, свои навыки. Статистика различная, очки даются республике петербургской. Какие-то дальше будут соревнования между республиками, честно говоря, не знаю, будем посмотреть, на что это будет похоже уже в релизе. Дальше, можно модифицировать теперь полученными очками свои способности. Для этого нужен уровень, не все можно модифицировать, то есть для пушек нужен уровень, для многих способностей нужен уровень, и я сейчас, как вы заметили, закрыл чатик, потому что там, петербургские интеллигенты, скажем так. Вот. Вначале можно у меня прокачать, допустим, таран, остальное все закрыто. Ну, стиль требует денежка, в денежке зарабатываются, как я понимаю, либо в бою, либо можно задонатить. Но пока что у меня такой суммы нет, нужно, так подозреваю, боев 10 сделать, чтобы какой-нибудь открыть себе раскраску. Ну да ладно, таран. Таран можно сделать либо более мощным, то есть он будет давать больше урона и сильнее врываться в противника. Либо сделать таран более дальнобойным, сделать возможность прорываться очень далеко вперед. И чем сильнее развивается ваш навык, тем больше он становится таким, знаете, ультимативным практически. То есть вы будете очень сильный дамаг наносить. Вообще здесь все навыки, они, как знаете, вот в обычных играх, вот как ульты. Представьте, что у вас 4 каких-нибудь ульты, причем у каждого класса свои. И если взять здесь, допустим, таран позволит вырубить противника и вообще снести его, если он уже слабый и покоцанный. Щит позволит очень сильно спастись, если на вас напали. Второй шанс позволит вам не сдохнуть. И третий навык тоже даст кого-нибудь завалить. И, как видите, прокачка идет на все классы. То есть здесь тоже возможно сейчас прокачать скачок, поставить одно из улучшений навыка скачка, либо потом дальше уже прокачивать второй навык скачка, маскировка и так далее. Что, несомненно, на мой взгляд, это плюс, потому что позволяет
проще прокачивать ваших персонажей. Ну а с вами был Крон. Смотрим, что будет в результате из этой игры. Смотрим ее на релизе, который уже совсем скоро. Всем пока.